Друзья, всем привет! Сегодня мы как бы дополнительное видео снимем о нашей поездке. Мы приложим, как мы сюда добирались, получается, все видео, все вот эту вот дорогу, которая ведет на озеро Светлое. И вы, думаю, поймете, кто, многие, кто сюда ездит, знает это, эти места, какая здесь прекрасная рыбалка и такая хорошая база отдыха. В принципе, мы добрались, это наш вездеход Тунгус-72, это вездеход вот парней, делают компания САД в Тюмени. Получается, также занимается производством металлообработкой. Как бы прошу любить и жаловать, очень хорошо и качественно они как бы делают. Вездеход Сова представляет собой квадроцикл в таком классе. Они, получается, здесь усовершенствовали многие те недочеты, которые происходят во время поездок у многих, как бы у многого такого же транспорта, такого же характера. В принципе, сейчас мы немножечко пройдемся, расскажем. Мой тоже, как бы знаете, уже вездеход здесь. Чисто сейчас Володю попрошу, закончу свое интервью, и как бы он порассказывает. Так, Володя, вот у нас основной он разработчик данного вездехода. Как бы сейчас поближе он немножко вам расскажет описание данной техники. Так, Володя, что тут у нас стоит, что интересно? Всех приветствую. Стоит, ну, как бы и у многих производителей данного класса техники, мотор от японского автомобиля, коробка автомат. Как бы много их есть, но когда мы его делали, я уже говорил неоднократно, то есть старались больше внимания это обратить и уделить именно слабым местам. Вот, давно знаком с производителем Тунгуса 72, с Винарисом. Многие моменты как бы с ним разговаривали, он уже давно в болотоходостроении, техника его уже очень известна, и даже не в узких кругах, а в широких, то есть те, кто занимается клюквой, шишкой, охотой, рыбалкой, вот, в заболоте замотается. Вот с ним много моментов проговаривали, как лучше, как качественнее будет, что будет ходить, какие конструктивные изменения вносить, улучшать. Давно также предлагал съездить именно в это место, мотивируя чем? Хорошая рыбалка, можно отдохнуть, и дорога, говорит. На этой дороге, говорит, технику можно проверять, если она проходит хорошо, без поломок, без каких-то непредвиденных там нехороших ситуаций, то это хорошо, это классно. То есть давно собирались, вот собрались, съездили, прокатились. Мне прям зашло. Прокатились. Я сюда приеду, мне понравилось. Самое главное — процесс, рыбалка. Плюсом еще руководство базы отдыха Светлое. Как бы вообще большое, огромное спасибо. Они умеют и, смотрю, качественно получается подходить к своей работе. Даже можно даже вот посмотреть, как мы вчера передвигались на нем здесь. Все во мху. Сейчас немножко пройдусь. Колесики такие, кофры такие модные. Но сверху выглядит, конечно, квадроцикл очень качественно собран. Как бы стоящая техника. Получается, я к чему еще акцентирую? Потому что вездеходы Володя уже собирает с давних пор, знает толк, знает технические данные очень хорошо. И, в принципе, думаю, делает очень качественно, потому что я полностью за них ручаюсь.
Вездеход также возможно с получением получается ПСМов. Даже в этом году дали вот по счастливой случайности 2023, видимо, Ростехнадзор это учел. Добавить хочу, это невозможно с получением ПСМ, а вся техника наша будет с ПСМ. Вот он дополнил сразу. Да, это не за топ цену будет, я думаю. Мы где-то подожмемся, где-то как-то. Но мы не будем просить, наверное, дополнительно за документ. Мы его прям вот с техникой и будем давать весь полный пакет документов для постановки на учет. Я думаю, мы сможем это реализовать. Это существенно. Я, в принципе, думаю, что постараемся сделать, что это не повлияет на цену. Но если даже и повлияет, то прям существенно. Так что вот, рекомендую. Как производители. Свой лазер, свои листогибочные, трубогибочные станки, профессиональные, как бы это стоящие ребята, именно, которые достойны, хотят, чтобы вы были в понимании того, что техника, она, в принципе, очень, как бы, неплохая. Даже вот по сравнению с моим, намного он смотрится бюджетнее, но в том же самом деле и практичным. В принципе, смотрите, обращайтесь, Вездеход Сова. Есть он и на Авито, есть и в интернете, и на Ютубе. Компания САД. Немецкая компания. Все, сейчас немножко пройдемся по-светлому. Покажу вам просторы, озера, как тут, что у нас тут происходит с рыбалкой. Также обратную дорогу мы постараемся все это дело запечатлеть и снять красивое видео. Все, всем удачи. Спасибо за просмотр, за лайки, за наши конструкции, за наши идеи. Всем пока. Так, ну что, продолжим съемочку на базе отдыха Светлая. Здесь вот немножко постарше вагончики стоят. В принципе, во всех чистота, свежее белье, все сухо, все хорошо. В принципе, для отдыха даже очень даже неплохо. Вот такой тандыр, я смотрю, стоит. Ну, природа колоссальная, колоссально интересная. Очень такой воздух, свежий воздух такой идет. Как бы очень хорошо для, как бы, повседневной, для нашей городской жизни. Вот оно, озеро Светлое. Рыба клюет на... Как бы я не особо рыбак, спиннингист, но даже при таком начале мы поймали неплохой улов. Как бы сын у меня больше отличился, 10 лет, в принципе, тоже неплохо он порыбачил с большим удовлетворением. Цены здесь, как бы, не так уж все дорого. И единственное, что на рыбалку надо возить с собой обязательно подсадчик. Понял, что подсадчик — это, как бы, такая тема, когда отпускаешь хороший экземпляр бонуса за всю рыбалку, как бы, и потом мы решили собраться. Вот такая вот, в принципе, здесь обстановка, очень неплохая, вообще классно, классное место. Как бы рекомендую съездить, скататься сюда. Вездеходы все, как бы, многие ездят. В принципе, давайте один вагончик, даже немножко, который постарее, посмотрим. Вот такой вот стол. Тут, в принципе, чайничек. В принципе, вечером включает свет. Зимой включает также отопление. Все чисто, все прибрано, все вообще молодцы. В плане этого очень шикарно. Так, о, печечка тут у нас. Интересная. Как бы вот тут смотрю. Фотографии, каких уловов было. Видимо, парни, которые здесь отдыхали. Здесь вообще вот, в принципе, здесь все чисто, очень хорошо. Вообще руководство молодцы. Как бы есть небольшой барчик, в принципе, где можно покушать. Ну, а у вас в основном на природе мы все обедали и ужинали на улице. Сейчас немножко я там тоже продолжу. Сниму вам баню.
нему некоторые еще гостевые дома. В принципе, тут на базе есть катамараны. Очень интересная такая техника. Водный транспорт называется. Как бы такой жизненно-природный, но очень удобно на нем кататься. Сейчас мы покатаемся, покажем баню вам и пирс. Всем удачи! Так, Олега, поснимаю чуть-чуть. Давай. Мы сейчас будем окунька готовить. Так, Олег, кто тебя, говоришь, научил? Меня научил Евгений Платонов. Рыболов со стажем. Его очень такой узнаваемый человек в кругах рыболовов Тюмени. Мы с ним были на Алтае, на Карелии. И он мне показал интересный рецепт по-сибирски. Окуня не надо вспарывать. Основная фишка в окуне заключается в чем? У него есть внутренний жир. И когда рыба разделывается, этот жир, грубо говоря, потом начинает вытекать при копчении. Либо изымается. Рыба не должна быть повреждена. И через жабры происходит засыпание соли. После этого она выдерживается определенное время. И следующую фишку я расскажу чуть позже. Так, Олег, продолжение твоей съемки. Да, в общем, твоего... щепу яблони высыпаем тонким слоем. Дальше берем щепу ольхи. Дальше мы начнем укладывать нашу приготовленную заранее рыбу. И свежепойманную. Да, то есть в предыдущем ролике мы ее засолили. Пока наши друзья ловили рыбу, я сделал секретную операцию. Подготовил ее к этому. Готовке. Вот она, да, вот она. То есть секретная операция заключается в том, что после того, как мы ее достаем, мы ее промакиваем вот такими вот бумажными полотенчиками насухо. Мы каждую вот прям, чтобы, если мы хотим, чтобы загар лег ровно, красиво, мы каждую рыбку должны вот прям всю влагу с нее убрать. Я это уже сделал. Вот все отходы. Дальше, чтобы не переводить лишний перчатки. Берем. Переодеваем. Хорошо все. Вытираем каждую голову.
Ну, кто-то судит, что у нас разные головы. Что поймали, то поймали. Будем копить, да? Ну да, да, логично. Как мне сказали, это называется рецепт по-сибирский, по-уральский. Ребята, которые приготовили из тюмени, пользуются этим рецептом. Находится у нас сейчас к Уралу, из по-сибирской территории. Судьи сейчас подойдут, мы установим коптильню и там дальше продолжим съемку. Да? Ну да. Ну вот, наш сибирский уральский сет готов. Деликатес. Да, да, да. Пойманный на озеро Светлом. Да, 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 Светлое, да. Сегодня нам поговорила. Так, посмотрим, что у нас получилось. Готовы? О, бля. Вот это окунь. Шикарно. Ну, как мы попробуем, вернемся потом. Да, это точно. Продолжаем снимать базу отдыха Светла. Вон снежик стоит. Видимо, с ветром. Сегодня всю ночь ветер был. На солнце он немножко. Думаю, уберут его потом. Так вот, наши вездеходы, наша техника, на чем мы сюда добрались. Здесь стоит котельная, такой вот домик. Тоже пройдемся. Домик сторожей. Здесь вот домик тоже. Сейчас дойдем до бани и полностью вам покажу, где можно будет окунуться, искупаться. Баня отличная, вон уже мужики слышно, что купаются. Стоит, получается, мы доехали до деревни Табултуры, там оставили технику. Вон, видите, как бы там рыбачит. То есть не рыбачит, а купаются. В принципе, такая баня. Классное место, очень классно. Вот. Зашли в баню, вышли, в принципе, искупнулись. Так, вот такая вот баня. В принципе, тоже вчера искупались. Классно, классно. Все чисто тоже. В принципе, хорошая тут банька. Вчера вечером тут покупались. Вот такая огромная печка. Очень хорошо. Мужики, видимо, тут споласкиваются. В принципе, классно. Очень классно. Вот такой пес. Пацаны купаются. Отдыхают. Сейчас вторую вам баню покажу, тоже она есть. Как бы на этой базе много очень видео, конечно, по базе этой снимается. Но вот самое интересное, что буквально даже начинающий рыбак здесь становится полноценным рыбаком. В плане того, что здесь клюет практически на все. Вот такая вот еще одна банька.
этой баньки можно также выйти. И сразу говорю, что аккуратно, если змеи, гадюки, немножко вчера вот попадали, что лежат рядом и стараются выползти на эти вот все мосточки. Также здесь вот пирс, также есть озеро. Вот вторая поленница такая интересная, все стоит. Сейчас посмотрим другую баню. В принципе, вот так вот. Очень классно тоже все сделано. За этим понятно, что надо очень хорошо смотреть. Но, в принципе, здесь вот такая вот небольшая банька помоечная. Там, в принципе, здесь получается лежаки. Да, тут вообще классно. Вообще классно, ребята. Реально классно. Тюменская область, я думаю, вы это подумайте. В принципе, вездеходы из деревни ходят, можно найти, можно и совместно с ними договориться о поездке. Но оно того стоит. Все, продолжаем съемку. Сейчас поедем мы уже домой. В принципе, будем уже снимать дорогу. Какая дорога сама, какие здесь идут приключения. Так, сова, квадроцикл, поездка на озеро Светлое. Домой уже, вот так вот мы идем. В принципе, заводская резина тоже хорошо себе показывает. Так, ну что, продолжаем дальше. Ребята буксовали, все равно в полине валяется.